магистерская программа управления капиталом компании, реализуемая кафедрой финансов и цен на факультете дистанционного обучения РЭО, признана в 2021 году партнерской и аффилированной институтом CFA. Это одно из наиболее авторитетных званий в области финансов и инвестиций. Международная организация CFA объединяет несколько десятков тысяч финансовых специалистов. Наша программа – пятая в России, которая получила такое признание. Высокий статус программы дает возможность нашим студентам подготовиться к сдаче экзамена CFA Level 1, изучить передовые практики в области управления финансами и рисками, получить практический опыт от преподавателей практиков программы, сертифицированных CFA, FRM, ACCA, повысить уровень профессионального иностранного языка, получить доступ к широкому спектру практикоориентированных дисциплин, участвовать в мастер-классах профессиональных аналитиков и финансовых консультантов. Магистерской программе уже 10 лет, и она является флагманской программой нашего университета. По этой программе факультет дистанционного обучения выпустил 316 студентов. Эта программа не является новой для нас, для Плехановского университета. Она реализуется уже более 10 лет. И реализуется успешно, потому что выпускники программы управления капиталом компании сегодня это успешные финансисты, которые возглавляют финансовые департаменты, имеют свой бизнес, прекрасно работают в финансовых институтах. Магистерская программа управления капиталом компании – это современнейшая, глубокая, практикоориентированная программа, которая позволит ее выпускникам быть конкурентоспособными и востребованными на рынке труда. Студенты учатся два будних дня по вечерам, и суббота – это основной учебный день. Вообще, мы очень долго думали, как же выстроить график учебного процесса, чтобы было комфортно студентам, ведь они у нас и работают, и учатся. Поэтому мы решили задействовать один из выходных дней. Еще одной особенностью обучения на программе управления капиталом компании является то, что уже начиная с первого семестра за каждым студентом закреплен свой методист, куратор, который сопровождает студента все 2,5 года в учебном процессе. Магистерская программа управления капиталом компании обновлена и дополнена в соответствии с требованиями подготовки к международному экзамену CFA. Это дает возможность выпускникам успешно сдать экзамен и получить международный сертификат финансовых аналитиков и специалистов финансовой сферы. Включение программы в число партнерских программ CFA дает выпускникам еще больше карьерных возможностей. Выпускники магистерской программы управления капиталом компании могут найти очень широкое применение своим знаниям. Прежде всего, они могут работать в компаниях реального сектора, финансовыми директорами и менеджерами финансовых служб. Они могут работать в самых разнообразных финансовых институтах, инвестиционных компаниях, страховых компаниях, банках, в службах, которые занимаются инвестициями. Я работаю по специальности в коммерческом департаменте в одной из ведущих компаний. Мне помогает именно текущее образование. Я разбираюсь в финансовой отчетности. Нас научили проводить грамотно финансовый анализ. Я выбрала управление капиталом компании, потому что посчитала она более практикоориентированный, более обобщенный. То есть по выходу я могу устроить достаточно большое количество ведущих компаний, которые будут мной заинтересованы. Все преподаватели, они практикоориентированы и ведут финансовые деятельности в различных международных компаниях. Действительно, это помогает полноценно работать с кейсами, которые реальны и которые могут прогнозировать. Я могу посоветовать эту программу студентам, которым необходимо получить именно практикоориентированные экономические знания, студентам, которые настроены работать в финансовых компаниях, в компаниях антикризиса даже, возможно. Действительно будет хороший этап и хорошее знание, которое может дать институт. Кто сейчас делает выбор, на какую магистерскую программу идти, обратить внимание на эту магистерскую программу управления капиталом компании. Она дает много возможностей для
построения карьеры, продвижения по карьерной лестнице, для получения новых знаний. Дорогие абитуриенты, мы вас ждем на программе, магистерской программе управления капиталом компании. Она откроет для вас широкие горизонты в профессиональной сфере, и вы обретете много интересных и деловых связей, которые вам в последующем будут полезны. Приходите, смело делайте свой выбор. Добро пожаловать в Плехановский университет.